Так, всем привет! И сегодня у нас сравнительный тест-драйв двух семейных автомобилей. Сегодня мы не будем мерить квотер, не говорить про стейджи, не мерить ноль-сто, квотер, какую турбину можно приделать. А сегодня у нас обычный, нормальный, сравнительный тест нормальных семейных реальных автомобилей. И сегодня мы вам вдоволь с вами поговорим про багажники, про салон, про комплектации, о том, как надо правильно экономить, выбирать комплектации. То есть это вот все нравится семейным людям или те люди, которые хотят стать семейными, соответственно, заранее покупая автомобиль. Вы часто мне пишете письма, потому что, как бы, ну вот, очень много вопросов. Сегодня хочу ответить всем, кто пишет письма, на один вопрос. Какой лучше взять кроссовер до 3 миллионов? То есть от 2 миллионов до 3 миллионов. Поэтому очень часто спрашивают про Sorento Prime, несмотря на то, что я уже делал 2 тест-драйва этого автомобиля. Все равно, как бы, и сравнительный я делал этот. Ну, так как с Кодиаком я еще ни разу не сравнивал, соответственно, сравнивать мы будем с Кодиаком, с моим любимым Вагом, а это, на мой взгляд, самый оптимальный семейный автомобиль от Вага, то есть там, где мы можем упираться цена-качество, опция до 3 миллионов рублей, он тоже может подходить на образ семейного автомобиля. Итак, в этом углу ринга у нас Kia Sorento Prime, практически в максимальной комплектации. Такой автомобиль стоит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Машина 2019 года. Почему я говорю практически? Вот всегда, когда я говорю максимальная комплектация, всегда кто-нибудь напишет в комментариях, что есть какая-то спецверсия там с разным салоном или с каким-то монитором сзади. В общем, я максимальные точно не видел. Поэтому 2 миллиона 800 тысяч рублей, 2019 год, 5 лет гарантии, 150 тысяч километров. Дизельный двигатель, автоматическая трансмиссия, полный привод, естественно. Значит, в этом углу ринга у нас боец от концерна ВАК. Вы все знаете, что я его очень люблю, но сегодня я буду предельно объективен. Значит, Шкода Кодиак 2019 года, машина не в максимальной комплектации, 2 миллиона 300 тысяч рублей, автомобиль 2019 года, соответственно, полный привод, дизельный мотор, автоматическая трансмиссия. По поводу гарантии. 2 года без ограничения пробега или, потому что владельцу не предлагали альтернативный вариант, я слышал, что еще есть 3 года или 100 тысяч пробега. Соответственно, сегодня мы сравним эти автомобили по салонам, по цифрам, по технической конфигурации, потому что я не знаю, что для вас важно в семейном автомобиле, но это те автомобили, на которых, например, вы с комфортом, что на Sorento Prime, что на Кодиаке, вы точно экономично, с комфортом, со всей своей семьей, неважно, она маленькая или большая, потому что у каждого автомобиля предусмотрено по 3-му ряду сидений, можете поехать в Сочи, в Крым, в дальнюю прям поездку, вечером будете смотреть маршрут, прокладывать карты, там чай с сахаром пить и вот думать, вот завтра в 6 утра мы выезжаем, заполняйте полный бак. И поверьте, эти автомобили с максимальным комфортом, с наименьшим расходом топлива доставят вас до точки назначения. По стоимости, вообще эти автомобили, возможно, я назвал какие-то пугающие ценники, минимальную цену, то есть если посмотреть в разделе новых автомобилей, эти автомобили, Sorento Prime начинается с 2 миллионов, именно в салоне, именно в наличии, обратите внимание, они тоже всегда полноприводные и на, по-моему, на автоматической трансмиссии, уточните, ссылочки оставлю в описании. Значит, а Шкоду Кодиак вообще можно купить за 1,5 миллиона рублей, тоже среди новых автомобилей, но это будет передний привод, тоже обратите внимание на комплектации, можно случайно купить передний, но все-таки все-таки лучше купить полный. Соответственно, ссылочки на автору тоже я оставлю на них в описании. Смотрите, выбирайте, сравнивайте по комплектациям, там очень удобно это делать. Значит, что касается внешнего вида, да, ну долго здесь я говорить не буду, кому как, кому-то нравятся четкие черты Шкода Кодиак, кому-то нравится Sorento Prime. Ну, что касается Sorento Prime, какой бы он ни был красивый, но у меня 4 таких автомобиля стоят во дворе. 4, причем они все один, а нет, 5, 4 темных и 1 белая. Причем они все максимальные комплектации, как я это определяю. Вот если вот эти вот 4 диода снизу, и, соответственно, панорама. Вот значит, в этот момент я уже как-то вот внутри себя понимаю, что это максимальная комплектация. Я не вижу там... А, и проекция еще сразу наблюдаю. Значит,
они мне уже как-то приелись, то есть это не что-то новое, да, то есть, ну, для России они все сделают правильно, это широкая морда, максимально агрессия такая, да, то есть большое количество хрома, это у нас любят в России в любом классе, неважно, это категория B, это внедорожники, это премиальный автомобиль, у нас любят хром. Опять же, у нас вот в последнее время любят диодную оптику, чтобы было много вот этих вот лампочек впереди, сзади, обратите внимание, хром. Снизу, сверху. Вообще вам надо было в следующий раз сделать их в максималке, чтобы была самая максимальная. Возможно, у вас есть машина за 3 миллиона, там, 100 тысяч рублей, чтобы они только хромированные были. И тогда, чтобы все поняли, что у вас машина в максимальной комплектации. А для меня, вот, я не знаю, я вижу панораму, вижу проекцию, вот эти диоды, это кажется как-то уже максималка. Хотя я где-то внутри чувствую, что это не максималка. Если кто-то разбирается в Kia, можете мне написать. Есть ли машина богаче? Есть ли автомобиль, который стоит 2 миллиона 870 тысяч рублей, например, да? Кодиак смотрится немножечко попроще, потому что он более сдержанный, типа немецкий дизайн, все хорошо, четкие линии. Но так как мы прекрасно понимаем, что у нас Кодиак дешевле стоит, соответственно, у него не самая богатая комплектация. Чуть позже, когда мы залезем в салон, я про это расскажу. Максимальной комплектации, вот сейчас вы увидите название этой комплектации, как это она называется, они стоят примерно по 3, но в любом случае... Даже в максимальной комплектации у Кодиака не будут таких, вообще не предусмотрено таких опций, которые есть на Sorento Prime. Ну а по дизайну очень сдержанно. По-немецки скромно. Хром у нас вот на решетке. Кстати, знаете, вот что я хотел бы еще, на что я хотел обратить внимание? Вот здесь владелец у дилера заказал вот такую замечательную сеточку, которая защищает наши соты от наши радиаторы. Радиаторы, кондиционеры, интеркулеры от мелких камней. А вот в Sorento Prime, я думаю, что кто, если будете брать, обязательно закажите у дилера такую функцию, потому что здесь просто камень пролетает легко, и на трассе он может вам серьезно повредить радиатор, кондиционер или радиатор и ваш интеркулер. То есть здесь огромные проблемы с защищенностью на трассе. Но это, по-моему, стоит недорого, вы даже сами можете поставить, все-таки надо беречь свой автомобиль. У обоих автомобилей, обратите внимание, у нас есть внедорожный обвес, так называемый внедорожный обвес, то есть много пластика некрашенного. У обоих автомобилей перед началом ездовых испытаний я хотел бы сказать, что у них колеса одинаковой размерности. Только изначально хотелось бы сказать, чтобы вы запомнили, что дешевая резина стоит на прайме, прям вообще такая средняя, и очень хорошая премиальная стоит на Кодиаке. Для того, чтобы лучше усваивались цифры по габаритам, я... Выведу сейчас таблицу, вы пока ее изучаете, а я ее как-то немножечко озвучу. По габаритам. Значит, Kia Sorento Prime больше по всем габаритам, то есть он шире, он длиннее. У него, ну, минус может быть на бездорожье, но у него больше свеса. Он выше, соответственно, он и тяжелее на 200 кг. Но у Skoda Kodiaq есть преимущество по колесной базе, то есть это расстояние... между передним и задним колесом, и он легче, соответственно, Kia Sorento Prime. С одной стороны, кажется, что у нас Prime больше по всем размерам, и это хорошо, но с другой стороны, для тех, кто любит экономичность, не знаю, рулежку, управляемость, может быть, это даже и какой-то плюс именно покупателям Skoda Kodiaq. Теперь давайте по технике. Итак, по технике я сложил стоимость всех ТО заранее, перед тем, как я буду говорить про технические данные. Соответственно, в среднем ТО на Sorento Prime где-то на 20% в итоге дешевле, чем на Skoda Kodiaq. Значит, что касается нашей конкретной конфигурации. Под капотом у нас стоит двигатель 2.2. 200 лошадиных сил, естественно, дизель, все хорошо, все классно. Автомат у нас восьмиступенчатый, то есть это обычный восьмиступенчатый гидротрансформатор, нареканий к нему нет, и очень хорошо, что 8 ступеней, потому что восьмая передача, она обычно очень полезна, например, когда вы в Крым поедете. Вы там будете рекорд на 100-120 на восьмой передаче, прям с горочки чуть-чуть
5, наверное, 6 литров у вас будет. По конфигурации подвески, спереди, в передней подвеске у нас Макферсон, сзади многорычажка. Соответственно, двигатель у нас расположен, как вы все прекрасно видите, поперек. За полный привод у нас отвечает муфта, которая при пробуксовке передних колес передает момент на задний. В общем, еще очень интересно, что автомобиль сделан на достаточно крупной платформе. Kia Carnival тоже на ней. И сюда можно впихнуть, и ну, не то что впихнуть, сюда даже предусматривается производителем V6 с непосредственным впрыском топлива. 249 сил до налогов, и машина с ним едет там 7,5 секунд. Вот, правда, я не знаю, какой расход. Конечно же, здесь, если расход там от 7 до 10, то там, скорее всего, это где-то уже 12-13 литров. В общем-то, все. Все достаточно проверено. И этот двигатель ездил на других автомобилях, и коробка ездила на других автомобилях. Проблем вот я вот не предвещаю. То есть здесь все так. Не супер технологично, не самые последние технологии, но, тем не менее, надежно. Теперь Кодиак. Итак, Шкода Кодиак. Значит, что общего между Сорентом Прайм? Абсолютно такая же подвеска, то есть перед Макферсоном, сзади многорычажка. Концепция полного привода точно такая же. У нас муфта при пробуксовке кидает момент назад, муфта Халдекс. Но двигатель меньшего объема, значит, у нас 2,2 на Соренто, здесь у нас 2 литра, 150 сил и турбина с воздушным охлаждением. Значит, если вы думаете, что это так легко повысить мощность, теоретически для лучшей надежности, потому что, например, в 190 сильных Кодиаках для Европы уже идет турбина с жидкостным охлаждением, а здесь она с воздушным. Поэтому, если вы все-таки, как настоящий вагодрочер, хотите поднять давление, а вы, может быть, будете это делать, я бы все-таки вам советовал поставить жидкостное охлаждение на эту турбину, тем пока никто этого в России не делал, но делали на Тигуанах с такими же моторами. Поэтому, в общем-то, надо увеличивать мощность, но аккуратнее. 2 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, все хорошо. Значит, по DSG. Надежнейшее DSG за всю историю производства вообще DSG. DQ500. То есть вот с ней точно ни одной истории не слышал, чтобы она вообще разваливалась. И, ну, может быть, там 100 тысяч она точно проедет без проблем. Вот это прям самое лучшее. Тем более на этом моторе, мне кажется, проблем не будет. Но, естественно, если сравнивать все-таки классические автоматы DSG, 8 ступеней автомат и 7 ступеней DSG. Но, как бы, преимущество в том, что в любом случае DSG быстрее переключает передачи, и она экономичнее. В принципе, все. Все просто по-ваговски. А вы, мои уважаемые любители вагодрочеры, все прекрасно про это знаете. А если вы киаводы, вам это вообще не интересно. Вам лучше вот про то послушать. Теперь салон. Итак. Очень жарко, так что извините, включу кондиционер. Итак, значит, что касается Kia, ну сразу панорама. Причем, нет, так, ты... Вот так, то есть она открывается до конца и открывается полностью как люк, потому что обычно бывает просто стеклянная. Значит, климат-контроль у нас... Климат-контроль на 20-25 мы выставляем. Так, что у нас тут? Очень широкий автомобиль, как я уже говорил, как внешне, так и внутренне. Подогрев сидений, вентиляция, круговой обзор. Круговой обзор, да, все камеры по кругу, все видно, все хорошо. Проекция, контроль мертвых зон, круиз-контроль. Что еще? Автоудержание, автоматическая парковка, несколько режимов езды. Максимальная кожа. Достаточно, кстати, хорошего качества. Вот на машине пробег 22 тысячи километров. Она выглядит лучше, чем у Toyota. Пластик, ну это пластик обычный. Ну такой, типа под кожу, это как в Камри. Тут достаточно дорогой прогибаемый. Тут все, в общем, огромное количество кнопок. Все под рукой, все удобно. Нравится то, что нужна вентиляция быстро отдельной кнопкой. Но правда здесь вентиляция фигачит даже на первом. Прям продувает всего.
Может быть, ну именно когда ты в футболке сидишь, может, если там в пиджаке, может, нужна там вторая, третья, но на первой даже она максимально быстро все делает. Подогрев, все ступенчато, все хорошо. Нет, необычная, в середине только у нас цифровая, аналоговые приборы, шкалы понятные, белые на черном. Ну, в принципе, все, что нужно. Я не знаю, какая опция здесь нужна еще? Сама не ездит, но это пока рано. Ну, вот напихано здесь все. Еще бы черный потолок, и был бы прям полный кайф. И вот эти вот черные вставочки, вот непонятно, да? То есть просто присмотреться, вроде как дерево. Здесь вот этот черный пластик, тоже не очень понятно. Подлокотник огромный, здесь огромный ящик. Вот эта вставочка дополнительная, можно регулировать. Пепельница, потом заряд. Тут открываем. Тут. Кстати, я недавно, по-моему, снимали мы Genesis новый. Восторгался механизмом, как он плавно идет. Тут примерно то же самое. 12-вольтовая розетка, USB, беспроводная зарядка. На удивление, iPhone тоже заряжает. Раньше я удивлялся вообще, что Android заряжает. А тут беспроводная и iPhone в чехле заряжает. По-моему, я рассказал про все опции. Про заднее сиденье и про багажник, конечно же, отдельно. Сразу после Sorento в Кодиак. Так. Заводим, потому что жарко. Так, ну здесь меньше кнопок. Хороший трек. Знаете, на самом деле, вот если посмотреть мультимедиа, они как-то очень похоже работают. Как будто одна компания занималась разработкой. Здесь у нас камера заднего вида не круговая. Панорамы нет, проекции нет. Ну, надо ради справедливости сказать, что машина стоит на 500 тысяч дешевле. Климат-контроль регулируется с помощью крутилок замечательных. Значит, пластик без намека на премиум, то есть они не хотели показать, что вот здесь такой чехол есть. Кожа достаточно тоже хорошего качества, но пробег у нас 2400 километров. Подогрев есть, вентиляция есть, подлокотник поменьше. Но знаете, вот даже садишься из Праймуса, чувствуешь, что ты в автомобиль как будто вот растянутый гольф. То есть поменьше подлокотник, потому что машина построена на платформе MQB, соответственно, она как-то вот чуть поменьше. Она как будто повыше, то есть вот здесь все более строго, меньше кнопок, полностью электронная панель. Вот шкалы мне нравятся, как распределены. В более современном стиле вот щиток сделан. А дерево черное, видно, что оно черное. Ну, места поменьше. И салон как будто смотрится попроще. Может быть, из-за того, что кнопок меньше. Может быть, из-за дисплея. Но машина сама по себе как будто классом пониже. Или по размеру, или не хотели здесь какую-то роскоши добавить. Премиальная музыка Кентон. Я надеюсь, правильно сказал ударение. Там у нас Harman Kardon. И у обоих автомобилей, я так понял, премиальные музыкальная система. Быстренько сейчас на заднее сиденье Sorento, а потом сюда. Значит, специально сажусь сам за собой, рост 1,92 м. И с учетом того, что жарко, хочется посмотреть, как в принципе у нас работает обдув и охлаждение задних пассажиров. Но это очень круто, что здесь регулируемые дефлекторы. 12-вольтовая розетка, подлокотник, подстаканники. Все есть, все хорошо, место над головой. Но машина, конечно, если была без панорамы, то есть механизм какую-то высоту потолка съедает, соответственно, потолок кажется чуть пониже. Ну, черный верх, ну, это как бы здесь классно смотрелось. Так, ни подогрева, ни вентиляции здесь нет. А, нет, хотя есть двухступенчатый подогрев. Шторки механические. Ну, так достаточно приятно сидеть. Достаточно приятно сидеть. И очень важное замечание, что за 2800 у нашего Прайма есть третий ряд сидений. Соответственно, у Кодиака в его стоимости нет. И, по-моему, третье сиденье Кодиака, именно как опция, стоит третий ряд. Около 80 тысяч рублей. Так, ну, можем регулировать спинку по углу. Ну, вот все-таки вот так вот самое оптимальное будет. То есть так расслабляешься, все классно, все хорошо. Сам же за собой сажусь сейчас в Кодиак. Кодиак. Ну, здесь места над головой больше. Подлокотник тоже такой же. Подогрев сидений выведен сюда.
трехступенчатая 12-вольтовая розетка, USB розетки нет. В принципе, я тут сижу очень просторно, мне здесь шторки нет. Правда, вот смотрите, да, не рычажок, вот тут такая тряпочная регулятор, а в Sorento такой более удобный рычажок. То есть в трех так, такой же угол наклона, ну так-то не очень удобно. Все-таки вот так, да, вот здесь прям как в представительском классе. Все хорошо. Так, ну что, багажники? Итак, багажники. Это в конце догнал, да? Итак, значит, багажники – это очень важно в семейных автомобилях, потому что, естественно, коляски, продукты, там, мангалы, стулья раскладные, там, столики, мотоциклы вот такие вот для детей сейчас модные. То есть туда все должно помещаться, причем желательно разом, потому что конечный итоговый объем багажника очень важен. Сейчас мы полочку уберем. Значит, и что касается... Фонарик этот у Шкода, он вообще прекрасен просто. Значит, объем багажников вы сейчас видите на экране. Никогда их в жизни не запоминал. Но они здесь большие. Во-первых, здесь получится некорректное сравнение, потому что у Sorento третий ряд сидений. Вот так он замечательно быстренько откидывается, да? То есть прекрасно видно. Вот. Если бы здесь не было третьего ряда сидений, то... там бы была ниша. Если бы Кодиак был с третьим рядом сидений, я, если честно, не нашел Кодиак с третьим рядом и Sorento Prime, я воспользовался уважаемыми экспертными замерами авторевью, ссылку на этот тест я могу оставить в описании, то по местам для ног задних пассажиров второго и третьего ряда по сравнению с Кодиаком по замерам авторевью, потому что у меня нет Кодиака с тремя рядами впереди, Sorento Prime. Если бы не было этого третьего ряда, то была бы такая ниша со всякими замечательными там какими-то нишами для всяких интересных мелочей. Для бутылок там и для всего остального. Значит, здесь у нас тоже есть такая же ниша, но она уже никак не влияет, на них уже третий ряд не влияет. Тут набор инструментов, инструкция, как пользоваться, домкрат, крюк, отвертки и все остальное. И, ну, естественно, есть места для... подстаканников третьего ряда сидений и для мелочей. Так, теперь Кодиак. Ну, это, конечно же, ну вот нельзя вот не сказать про этот замечательный фонарик, который есть во всех Шкодах. Очень удобный. Соответственно, когда он не в руках, он выполняет осветительную функцию. И... скребок. Я до сих пор помню, когда я с нашими местными журналистами был в Париже и приезжал, Шкода Октавия нас привезла. Они вышли около креветочного ресторана, и один такой наглый напился. И давай, давай! Он стырил скребок и уехал. И мы ушли. Господи, так было стыдно. Ну, это же. Это отдельный, конечно, разговор. Значит, такой замечательный коврик прорезиненный. Здесь, как, знаете, как в каком-то хорошо правильно сделанном шкафу. Вот знаете, когда вот в отеле такие приезжаешь недорогие, а есть правильная сеть, ну такая квадратиш практиш гуд. Вот здесь вот так вот примерно. Как-то все очень строго, классно и продумано. А у нас не полноразмерное колесо, это у нас докатка. Куча ящичков разных замечательных, тряпочки тут, домкрат и все остальное. В общем-то, в принципе, если мы разложим задний ряд, то ровного пола у нас не получается. То есть такая небольшая лесенка. Если разложить задний ряд Sorento, то у нас получается ровный пол. В принципе, можно и тут спать вдвоем, я так думаю, в спальном мешке. Даже можно и втроем, если компания дружная.
Итак, давайте попробуем замерить динамику наших автомобилей. На Kia один человек в салоне. Климат включен, 22 градуса, спорт режим. Едем без педалей и просто газ в пол до упора. Газ! Вялый старт и потом рывок резкий. Но 100. 11,5. Ну, как сказать? Ну, не очень быстро. Не очень быстро. Посмотрим на наш... на нашу Шкоду. Мы же все семейные, порядочные. Так как это тест для семейных людей, которые ищут себе идеальный кроссовер, соответственно, гонки на дорогах общего пользования мы, конечно же, не устраиваем. Итак, друзья, Кодиак, спорт режим S1. Ну, мне кажется, Кодиак должен быть быстрее, потому что он легче. И тут у нас быстрый... Я буду называть его истроником от Audi. Практически то же самое. Что, пробуем? Ну, мне кажется, быстрее будет. Хотя тоже не очень, если честно. Это 10,8. Но недалеко, на самом деле. На самом деле, недалеко от результата. 10,8. Ну, нормально. Я думал, блин, они должны быстрее ехать, если честно. Итак, съезжаем на грунтовку. Здесь, конечно, уже классическая проселочная дорога. Это вам, конечно, не рама, это не пневма, потому что все кроссоверы наши с несущим кузовом. И многорычажка, Макферсон, на ней никогда не переносили прям таких плохих откровенно дорожных покрытий, но тем не менее, сейчас мы узнаем, на чем комфортнее ездить здесь. Ну, у обоих кроссоверов очень хорошая вибро, шумоизоляция днища и колесных арок. Это прям шикарно. Не знаю, мне кажется, прям, может быть, поэтому они лучше. Ой, пачкать не хочется их. Да тут даже смысла пачкать нет. Не знаю, вот я сейчас еду на Соренто, чтобы понять разницу, нужно на Кодиаке проехать. А так вообще замечаний нет. Все мягко, плавно. Если бы не шумпура на заднем сиденье, было бы вообще замечательно. Можно даже ехать быстро, кстати. Машина прям... Подвеску не жалко, по крайней мере. Итак, садимся. Едем на... Кодиак жестче. Он жестче. Это даже... После Соренто сразу чувствуется, и несмотря на то, что колесная база здесь больше, казалось бы, но он пожестче. То есть он здесь больше, как будто едешь на легковом автомобиле. Понятно, не кренов, он рулится лучше, но вот он прям тут, опять же, идеальная шумовиброизоляция всего днища. И рулится он лучше без кренов, но вот на плохой дороге он все-таки будет пожестче. Прям весь кузов играет. Но, с другой стороны, это дискомфорта не доставляет. То есть это не прям так прям жестче-жестче настолько, что это невозможно ехать. Просто если уж объективно вот смотреть на эти автомобили. Блин, заехал все-таки я по грязи. А, ну это грязь с колес. Да, да, очевидно. Колеса бы ему поменьше.
Потому что, мне кажется, слишком большие для его массы, слишком большие колеса. То есть 18 или 17 поставить. Итак, значит, едем в режиме комфорт. Ну, достаточно мягкая для обычных амортизаторов. Режим комфорт, спорт. У нас Kia стояла на холостых, пока мы ее снимали отдельно, поэтому расход поднялся до 9,9. Так по городу расход 9 литров. И в принципе все, что нужно знать об этих автомобилях. Потому что до этого мы замеряли динамику, мы начались по неровной дороге. Ну вот опять же мы едем по неровной дороге. Еще раз сравнить хотелось впечатление. В целом, что Prime был помягче. Работа автомата, примерно быстрый подхват. Ну когда надо, да, в принципе в городе вы будете быстрым. Все-таки 2,2, 200 сил. Ходят слухи, что его можно щипануть. Кренов нет, потому что это вам не рама. Так как это не рама, еще у нас легковое управление рулем. Обзорность очень хорошая, большие зеркала. Дизеля на ходу мы не слышим, только немножечко на холостых. В среднем, как я сказал, расход 9, около 7 по трассе машина будет есть. Вот. Газ в пол. Тормоза для этого класса автомобилей хорошие. Очень мягкий автомобиль. Все-таки, даже несмотря, что резина не очень хорошая, если сюда поставить премиум, там, Мишлен, Континенталь, то будет вообще супер. Ну, вот это Газпром мы едем. Не в S-режиме. Тормоз. Очень хорошее легковое управление для такого большого автомобиля. И в то же время он очень энергоемкий. Опять же, для такого класса автомобиля, а не для рама. И не для такого класса амортизаторов. Так, D. Вот здесь, после Sorento, ощущение, что машина поменьше. Она более легковая. Вот Sorento, он больше такой большой, это такая более легковая. Очень легко чувствуется... А, не, мы же не отсюда. Очень легко чувствуются габариты. Приятный рычаг вот этот вот. 150 лошадей, объем 2 литра. У нас уже робот, не автомат. Режим стандартный. Кожаный руль. А как будто вот... Как будто после крузака я пересел в Хайлендер. Здесь руль чуть полегче. Но вообще, вы знаете, по большому счету, до этого я ездил на всех этих автомобилях, мы гоняли хвост и гриву, и ускорялись. Едут они примерно одинаково, кстати, да, несмотря на разницу в мощности, но там и вес еще 200 кг добавляется. Ну и коробка DSG быстрее переключается. На скорости и на всех остальных вещах они ведут себя... Здесь как будто руль вот так вот стоит. Но все-таки вот вак должен быть мощнее. 150 сил ему маловато. Мы привыкли, что вак... То есть все это... Sorento чуть мягче, но какой-то вот прям кардинальной разницы. Чувствуется, что машина просто больше Sorento. Там нет. Здесь все в этих автомобилях упирается. Мне говорить, что они обе не едут, но это неправильно, потому что я сажусь со своей колокольни, да. Этой динамики, в принципе, должно хватать.
Расход у них примерно одинаковый, потому что это дизель. Ну вот двигатель слышно в салоне, как вы сами слышите. Не знаю, у них нейтральное поведение дороги, вот я ничего не могу сказать. Сейчас вот мне на 100 км в час заваливать его в поворот, чтобы у них заднее колесо сорвало, и мы оценили систему стабилизации, тоже как бы не... По бездорожью сейчас вывешивать машину тоже. То есть все, что мы тестировали, это можно делать, сделать один такой вывод, что они примерно одинаковые по поведению. То есть это дизель, автоматическая трансмиссия, без какого-то акцента на агрессивную езду. Разве что по шумоизоляции, может быть, Sorento чуть-чуть потише. Но это лично мое мнение. И он чувствуется как больше, более большой автомобиль. Может быть, он на чуть-чуть побольше кренится. Но вот так вот, мне кажется, это автомобили просто для комфортного перемещения по... Вот видите, вот GL впереди. Ну вот все же хорошо, хром едет. Вот этот GL стоит за как бы, вот, ну GL стоит это там 700 тысяч рублей. Ну там 4 GL можно купить за цену Prime или за цену вот этого Kodiaq. Но у него все равно, видите, ламп, он едет вот такой в хроме, но лампочка не работает, и все впечатление портится сразу вот уже. Интересно, знает ли он, что у него лампочка не работает? А тут же общественное место, он же хотел красиво подъехать. А со стороны машина смотрится пафоснее, а у нас все лампочки работают, у нас гарантия. И у нас капиталку не надо будет делать, Тинькофф оформлять кредиты на капитал, на моторы. У нас уже все сделано, корпорации уже нас страхуют от непредвиденных случаев с учетом этих автомобилей. Вообще, то есть я считаю, что это самое главное преимущество этих автомобилей. С этими автомобилями, да, может быть, они дорогие там по сравнению с БУ, но с этими автомобилями не будет... по крайней мере, ну, до 100 тысяч километров что-то экстренно страшное или ужасное. Потом вы всегда можете прийти и скинуть по трейдину, купить себе новую Kia или Шкоду. Теперь давайте о важном, о более важном. То, как свет будет работать по трассе, пока вы будете в Крым ехать, например. Значит, что касается энерговооруженности по лампочкам. Значит, у нас, насколько я правильно вижу, считаю лампочки, одна у нас, значит, это ближний свет. Соответственно, дальненько мы будем моргать вот так. Так называемые противотуманки, такая ровненькая полосочка, да, и такие отражатели, как бы подчеркивают форму фары. Три лампы, снизу ничего нет, все достаточно хорошо, классно, светит, ну, уже прям вот чувствуется, что светит, вот, у оператора моя рука уже можно там играть достаточно эффективно. Это, естественно, все диод. Теперь смотрим Kia. Раз, два, три. Соответственно, здесь тоже много маленьких ламп. И 4, 5, 6, 7. То есть вот прям вот как будто у них было лишнее количество диодов, и они просто вот сюда кинули. Лампочек, конечно, набихали, и свет тоже вот очень мощно светит. Значит, по защите. Здесь у нас металл штатная. А здесь у нас пластик. Так вот, тут уже видите, уф! А знаешь, что в боевой классике хорошо? У них багажник как сабвуфер работает, туда динамик. Я хотел вывод сделать. А как еще привлечь внимание на Калине? Ну вот... Или уехать вдаль так, выпрыгнуть, с пульта взорвать. Дж. У нас эта музыка... А, все нормально. Итак, ребят, смотрите, по выводу, да, двух автомобилей. Во-первых, здесь очень интересно предпочтение, кто на чем ездил до этого. Если человек ездил на Вагик, например, как владелец этого автомобиля, кстати, он еще не женат,
пишите в Инстаграм, ссылочку будет в описании. Хороший парень, 30 лет, высокий, красивый. Ну так, между прочим, семейная машина уже есть. Вот он ездил на Шкодах, вот он купил Шкоду, потому что он привык к Шкоде. То же самое с Кией. Вот, например, человек ездил на Кии, там, на Рио, на Оптиме, и вот купил он Прайм. Хорошие выгодные условия обслуживания, там, ну, хороший менеджер, привыкли к этому салону, все остальное вы доверяете. Это, во-первых, уже есть такая тема, как приверженность к бренду. Уже за 5 лет как-то сформировалась она, и уже сколько я замечаю, вот ребята там моего возраста, они как-то придерживаются своих там предпочтений. Кто-то корейцы Kia, там и лучше нет, кто-то Шкода, например, да, и лучше нет. У меня совершенно другой автомобильный путь, и вот здесь как бы я не хочу навязывать свое мнение. По цифрам основные плюсы этого автомобиля, минусы рассказал. Плюсы этого автомобиля, минусы рассказал. Цифры вы уже все прекрасно видели, я специально их выводил в таблицу. Цены вы все прекрасно знаете. Лично мое мнение, так как я не хочу ни один из этих, автомобилей, я не нуждаюсь в этом классе автомобилей. Если вы спросите мое мнение, если бы я покупал автомобиль своей девушке, супруге или кому-то еще, только вот по непрофессиональным каким-то своим предпочтениям, просто на цифрах я бы взял Prime, потому что он больше, он комфортнее, на мой взгляд, для меня, даже не для меня, я знаю, не то, что для меня, он комфортнее будет для нее, я бы взял Prime. Кодиак – это, безусловно, выбор Вагодрочера. Тут все понятно. Все знают эти коробки, вы привыкли ездить на этих коробках. Вы все прекрасно знаете этот дизель. То есть тут, безусловно, этот выбор Вагодрочера. Но я хочу, почему я не взял Кодиак? Потому что я хочу, чтобы моя вторая половина ездила на чем-то другом, какого-то из другого мира. Я хочу, чтобы вот этот, например, был мир в нашей семье. Вот, поэтому сами делайте выводы. Про дизайн специально ничего не говорю, много, что мне больше нравится. Может, вам Кодиак больше нравится или Sorento Prime. Посмотрите, поездите. Вот все, что сегодня я вам мог показать, я показал. Все по цифрам замерили, рассказали, динамику, расход и плавность хода, естественно, тоже оценили. И сколько раз я говорю, что для этих автомобилей, в принципе, их покупают не для драйва, не для ускорения, не для динамики, а чтобы комфортно чувствовать себя в пробках, на легких поребриках, бездорожье, на скользких покрытиях и комфортно ехать по трассе. Оба автомобиля хороши, оба автомобиля. А уже свой выбор вы делаете сами. Спасибо вам большое за внимание, ставьте лайки и до встречи.